Всем привет! В этот серый, скучный вечер я решила рассказать о себе несколько интересных фактов. О том, что я решила попробовать что-то новенькое, немного безумное в моем возрасте, особенно когда позволяет время. А время идет, дам несколько подсказок. Я очень бы хотела, чтобы вы это угадали, и это будет 10 фактов обо мне. Если хотя бы 5 из них вы угадаете, я открою весь список. Хорошо. Итак, это нужно, чтобы оставаться в форме. С помощью этого можно омолодить весь организм. И даже больше никогда не быть одинокой. Ну и поскольку это все-таки несколько фактов обо мне, то я добавлю сюда несколько своих увлечений. Может быть, вы об этом не знаете. Одно из них связано с музыкой. И другое с едой. Ладно, всем пока. Как только наберется хотя бы 5 правильных ответов, я опубликую несколько фактов о себе. Чао!